Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать отличную самоделку, которую можно, конечно, и приобрести в магазине, но сделаем мы и сами из 10-го кругляка. Что получится, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра!
друзья, в общем, получается у нас вот такая вот приспособа. Я думаю, многие уже догадались, кто занимается рыбалкой. И видели, наверное, такую в продаже есть на Алиэкспрессе. Стоит он, конечно, копеечные деньги. Но все же я сделал своими руками и получил это удовольствие. Сейчас я покажу, конечно, для чего он предназначен. Берем мы с вами крючок. Вставляем его и зажимаем барашечком. Берем леску. Вставляем край лески в ушко. И край заводим сюда. И начинаем обматывать оборотов 7-8 вокруг оси. Тот край, который у нас короткий. Далее берем этот же край, заводим его сюда и опускаем. Тем самым мы освобождаем петельку и начинаем потихонечку подтягивать. Желательно, конечно, леску смачивать. Теперь освобождаем. Вытаскиваем крючок. Цепляем его. И дотягиваем до края. И у нас с вами получился вот такой вот замечательный узел. Крепкий и надежный. Так что, друзья, получился вот такой вот прикольный, на мой взгляд, инструмент, который можно положить в кармашек и носить с собой. Всем, кому понравилась данная идея, поставьте палец вверх, прокомментируйте, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. До новых встреч. Пока-пока.